Инспектор полка ДПС по городу Перми, старшина Паньков. Ваш документ, пожалуйста. Ваше удостоверение. Без проблем, хорошо. Почему стоите-то здесь? Это запрещено? Да. Чем? ПДД. Пункт 4.2. Можете ознакомить? Хорошо, сейчас ознакомлю. Встану. Что? Документы вы мне предъявите? Не имею при себе. Почему? Зачем? Обязан? Да. Обязан? Пожалуйста. Паньков Павел Петрович, 2017 года. Да, Павел Петрович? Документы есть какие-то у вас? Удостоверяющие личность? С собой нет. Точно нет, да? Со мной пройдите, да, пожалуйста, до автомобиля. Вас довезем до Ленинского района. Угу. Вот, выясним ваши, как говорится, данные и, соответственно, составим документ, материал. А документ для чего? А? Документы для чего мои? Материал составить? Да. Со мной пройдите, я вас ознакомлю. Ну, сейчас в машине, может, найду документы. ПДД не забудьте взять свой полицейский. А? ПДД не забудьте принести, хорошо? Сейчас у меня материал будут вставлять. Так, еще один материал. По какой статье-то хоть или не понял? Сейчас он все ознакомит мне. Меня или тебя? Меня. Ну, есть у вас какие-то документы, удостоверяющие личность? Вы мне сейчас ознакомьтесь с правонарушением? Конечно, что? Пожалуйста, вот смотрите. Пешеход обязан. Почитайте. Нет, вы мне, пожалуйста, ознакомьте конкретно. 4.6, пожалуйста. 4.6. Выйдя на проезжую часть, трамвайные пути, пешеход не должен задерживаться или останавливаться. Видите? Если там, связано... Там, там одна или две. Можно я ознакомлюсь? Секунду. Пожалуйста, две таких, одна. Так, выйдя... Вы мне предъявите? Конечно, предъявлю. Выйдя на проезжую часть, трамвайные пути, пешеходы не должны задерживаться или оставаться, останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасного движения. Пешеходы, не успеющие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности. Так я не стоял на проезжей части. А что это у нас? Я стоял вот, ну, ничего, вот проезжая часть, сегодня, вот бордюрный камень. Смотрите, одну есть, оставь там. Хорошо, материал будете ставить? Да, конечно. Все, несите протокол. Я вам предъявлю паспорт. Можно паспорт? В руки не передается паспорт. А вот почему нет? На основании чего паспорт не передается? А мне как составлять материал? Ну как, вот сюда приходите, составляйте сюда материал, приходите. Конечно. Смотрите, видите, тут написано обязанности. Кого? Обязанности, обязанности кого? Обязанности водителя. Я не водитель. Ну да какая разница? Пешеход, вы же гражданский человек, правильно? Полицейский, вы понимаете, что вы говорите сейчас? Я не водитель, я пешеход. Вы мне не дадите документы. Документы в руки не передам. Почему? Не обязан паспорт передавать. Почему не обязан? Согласно какого нормативного правового акта обязан паспорт вам передать? М? Согласно какого нормативного... Закон о полиции? Конечно. Какой статьи? А? Какой статьи? В смысле какой статьи? Какой статьи? Закон о полиции? Какой статьи закона о полиции? Вы мне отказываетесь передать документы, правильно? Паспорт я вам не обязан передавать. Вы являетесь участником дорожного движения, правильно? Согласно. Так же, как и водитель, вы обязаны предъявить документы, правильно? Согласно какого пункта, какого закона я обязан вам передать паспорт? У меня прямой вопрос. Пункта 2.1.1. Обязанности водителя. Пункт 2.1.1. Конечно. Водитель транспортного средства обязан передать для проверки. Я не водитель транспортного средства. Разница? Вы гражданин Российской Федерации. Хорошо, у нас с вами ситуация обязаны. Конфликтная. У нас с вами ситуация конфликтная, вызывать ответственную. Потому что вы... Ну пусть сюда подойдет. Без проблем, хорошо. Все, давайте. Сука, так это вы чё он? Мутант что ли? Ну вообще какой-то жёлтый. Вас как зовут такой? Меня зовут Илья. Илья, да. У нас в чем выражается конфликтная ситуация? В том, что вы мне требуете с меня исполнения, то есть ваши требования. Передать вам это паспорт. Это конфликтная ситуация? Для меня конфликтная. Потому для что... Вас? Потому а что... Незаконно конфликт. Сейчас, подожди. Потому что я не обязан в руки почему вам передавать паспорт. Потому что почему? Это не прописано ни в одном нормативно-правовом акте, почему? Что я обязан как гражданин
вам передать паспорт. Почему? Где это прописано? Это везде написано, в нормативно-правовой базе. Ну где везде? Давайте конкретно. Давайте конкретно. Где написано, что я обязан, как гражданин? Вы участник дорожного движения, правильно? Конкретно, давайте конкретно. Вы участник дорожного движения? Я участник. Я участник дорожного движения. Так почему вы нарушаете ПДД? Какой пункт правил? Я вам сказал. Какой? 4.6. Пункт правил. Вы нарушили. Я нарушил 4.6. Вам запрещается выходить, либо останавливаться на проезжей части. Правильно? Проезжая часть, соответственно, у нас что находится? То бишь, это от левого до правого бордюра. Правильно? Это все проезжая часть. Полицейский, давайте смотрите. Мы сейчас с вами не оспариваем мое правонарушение, Игоревич. Мы сейчас не оспариваем с вами правонарушение. Мы сейчас... Еще раз. Без проблем. В руки не обязан передавать. Почему? Каким нормативным правовым актом предусмотрено то, что я обязан вам паспорт передать? Под ПДД. Вы же участник дорожного движения. Каким пунктом ПДД? 2.1.1. Откроем давайте ПДД 2.1.1. Вы участник дорожного движения. Давайте откроем 2.1.1 ПДД. Хорошо, откроем, я открываю. Давайте. Почему для вас это конфликтная ситуация? Ну потому что вы мне сейчас пытаетесь, чтобы я выполнил требования, которые ко мне не относятся. Почему не относятся? Потому вы что... участник дорожного движения. Ну давайте 2.1.1, давайте. Открыл. Ну. Я пешеход. Ну. Я пассажир. Найдите мне статью, которая. Почему вы пассажирка? Вы пешеход, прежде всего. Вы вышли. На статью сошлитесь, вам 10 раз сказали, инспектор, вы вменяемый. Вы нет, не статью. Кричите, статью. Статью предъявите. Вы зачем кричите, молодой человек? Так вы, видимо, плохо общаюсь. Слышите. У меня такое ощущение сложилось, что вы невменяемый человек. Статью предъявите. Это ответственный подошел, да? Конечно, ответственный. Здравствуйте. Правильно. Можете представиться? Понял. Можете представиться? Здравствуйте. Да. Там полиция, Марченко Дмитрий Николаевич. Вы ответственный? Да. Вот скажите, ваш подчиненный требует меня передать паспорт, это законно? Законно. На какую статью законно? Иметь при себе и по требованию сотрудника полиции. Давайте. Передать. Кто иметь при вы себе? Вы же участник дорожного движения. Можно? Да, пожалуйста, конечно. Там документы сказаны, не про паспорт. Водитель механического транспортного средства. 2.1.1. Обязан иметь при себе и по требованию сотрудника полиции передать для проверки. Водитель транспортного средства. Так вы участник дорожного движения? Водитель. Как пешеход. Водитель транспортного средства. Вы мне передайте документы? Не обязан. Вы отказываете? Я отказываюсь передать. То бишь вы все свои данные мне продиктуете, правильно? Конечно. Не продиктую, вы их увидите. Я вот так покажу, а вы будете составлять. Буду составлять, хорошо. Да. Несите протокол. Ну что, я вам беднее, как понимаю? Не видит нас, слышит? Я и слышу. А что вы составляете? Протокол, видите? Ага, протокол вижу, да. Так, 0.4, да, сегодня? А вы сидите ниже? Не так нормально. А? Не так хорошо. Время подскажи, пожалуйста. Не имею такой возможности. А? Не имею такой возможности. Заявляю ходатайство о рассмотрении по месту жительства. Вы листочек напишите? Я заявляю вам пока устно заявляю. Я потом место, где ходатайство. Там место есть для ходатайства. Да там нет, там письменно будет. Я не могу, понимаете, вас принять устно. Мне нужно в письменном. А это письменно будет? В протоколе есть место под ходатайство, я там заявлю. В протоколе, к сожалению, как-то не пишется. Там есть ходатайство лица. Я не могу рассмотреть ваше ходатайство. Я заявлю. Данное ходатайство может только рассмотреть суд, правильно? Я заявляю. Я вам заявляю ходатайство. В письменном виде я вам дам листочек и приобщу к протоколу. Я в протоколе. Ладно, спорить не буду, я в протоколе укажу. Я не хочу спорить. Фамилию покажите, пожалуйста, документ. Какую приложите? Бакшаев, да? Угу. Я знаю эту 51 статью, думаете, я не знаю? Но... Гражданин обязан не свидетельствовать против себя. Не, он не обязан, он может не свидетельствовать против себя и против своих близких. Конечно. Поэтому любая информация касаемо меня, она распространяется на 51 статью. 51 статья позволяет мне говорить что-то про себя, не говорить что-то мне про себя. Это поэтому... ваши данные паспортные, понимаете? Отказывайтесь, да, отдачи данных? Я вам... Паспортные данные, 51 статья. Я не отказываюсь, 51 статья.
Контактный телефон тоже, да, отказываетесь? Согласно сейчас первой статье. Вон сколько людей у вас ходит. Ну это. А вы меня значит привели. Ну нормально. Не просто я для. Что? Нормально. Дальше давайте. Какой просто был? Я говорю, контактный телефон свой. Отказываетесь? Отказываюсь. Тоже? Отказываюсь. Он прямо по дороге ходит. Место работы отказываетесь? Да. Показать? Да. Прямо за спиной, да, он ходит. Что, на то? Принесли, да? Представьте, сейчас я составлю материал. Да, в Сочи там прямо вообще не сравнивается. Подойди, дайте мне, или удали, отдали уже подойди? Конечно, отдал, мне его нет. Вы забрали мне его? Забрал, да. У вас есть своя ручка? Или мне дать вам? Давайте. Пожалуйста. Давайте материал. А? Материал давайте. А вдруг вы проведете, я не могу вам дать руку. В лоджии, где наша комната, пожалуйста. Шкаф там у нас есть. Можно хоть вот так сделать, чтобы можно было писать? Ну, я держу как бы вот. Там наверху. Вдруг вы проведете у меня материал, я боюсь. Полицейский, возьмите второго полицейского. Зачем? Возьмите видеокамеру. Наверху я не собираюсь ничего рвать, я хочу нормально заполнить. Да, пожалуйста, заполняйте. Так я не могу, вы где же под таким углом, что даже писать каким? Неудобно. Ну потому вот что так, нормально? Да, вот так, можно? Ага. Давай там повнимательнее поставим. Так. Все мои данные вверху. 4-го, 10-го. Инспектор. Полка ДПС по городу Перми, я вам представлялся перед этим. Да, но я похожу, то же самое у вас написано. Да, конечно, конечно. А вы из какой роты, первый или второй? А? Вы из первой роты или второй роты? И это же секретная информация, он не обязан доверить. Очень секретный агент, что ли? Конечно. Ну ладно. Секретный агент, значит. Пусть ознакомит с доказательствами. Видите, написано «иные сведения». То бишь, со статьей 14.3 Федерального закона о полиции вы ознакомлены. То бишь, вы имеете право в специализированной помощи, то бишь, помощи адвоката, если в том нуждаетесь, переводчика, а также один телефонный звонок в случае задержания. Но, к сожалению, такого нету. К сожалению? Вот здесь вот. К сожалению. Это хорошо. Это вы оговорились или так специально сказали? Специально сказали так или оговорились? Я? Да. Но, к сожалению. То есть, хотелось бы задержать и увезти, да? Ну, что делать? По 19. По 19. Появился паспорт с собой, правильно? Ну, я просто не помню, был или не был. Вот. Ну, я вам... Не, просто слово, к сожалению. Ну, пожалуйста, вот, ознакомьтесь. Зачем лишняя информация? Ну, вы же знаете, я не подписываю там, где нет протокола. Я вас ознакомил с данной статьей. Полицейский, напишите еще... тогда ознакомлен. Я фразу еще... поставить ознакомлен можно? Или нет? Нет. Не будете ставить, нет, да? Здесь не буду ставить. Отказываетесь? Отказываюсь, конечно. Все, понял. Так, место рассмотрения. Так. Екатерининская, 44, то бишь отправляю к своему непосредственному руководителю. Угу. Вы же не согласны, правильно? То бишь вы оспариваете события, правильно? Илья. Игоревич, правильно? Подождите секундочку. Да. Так, значит, давайте я по порядку буду, потому что тут дальше еще интереснее будет, я вижу. Так, объяснение лица. Так. ПДД не нарушал. А требуется помощь. Очень писать неудобно. Защитника, в кавычках, адвоката. Так. Дальше тут прочерк, я больше ничего не писал. Ходатайство. По месту нарушения. А вот смотрите, это вы ходатайство заявили? Нет, я не я. А я кто? Не имею права ходатайства принимать. А кто написал тогда вот эту фразу? Это я написал. Да я тут, обязан тут, написать. Не, подождите, тут ходатайство, рассмотрение дела по административному правонарушению по месту нарушения. По месту моего. Не, давайте я вам листочек дам, вы напишите ходатайство. Можно протокол? И дальше? Вот здесь смотрите, к протоколу прилагается. Вы напишите фразу, что прилагается, что у нас ходатайство, правильно? Можно я закончу давайте протокол? Давайте сейчас я принесу листочек. Я не. К сожалению, только такой листочек. Вот здесь вверху пишите ходатайство. И, пожалуйста, все излагайте на данном листочке. Да, давайте я с протоколом закончу дальше. Так вы будете писать или нет? Я сейчас подумаю, пока заполняю протокол, я решу. Так, ходатайство, рассмотрение по месту жительства.
по месту. Вы автограф поставьте, что я вас ознакомил. Так, по месту жительства. Так, я тут пытаюсь. Так, лицо в отношении правонарушения ознакомлено с протоколом. Объяснение и замечание по содержанию протокола. Место рассмотрения указано не мной, а инспектору. Вот видите, почерк получается очень корявый. Ладно, инспектору. Как фамилия ваша еще раз? Ну я не вижу отсюда. Паньков. Паньков, да? Инспектору. Конечно. Панькову. Заявлял. Да я не я ходатайство заявлял. Я заявлял. Так вы мне, инспектор, пожалуйста. Инспектор Панькову заявлял ходатайство. Вы мне на листочке напишите ходатайство. Я имею право здесь указать тоже. Нет, вы не имеете права. Ну, смотрите, вы имеете право, ладно, в письменной форме его предоставить. Я пишу в письменной форме. А это не ходатайство Панькову уже заявил получается. Ходатайство. Это вы пишете объяснение. Это объяснение, видите, вы пишете. О замечаниях. Я считаю, это замечание. Это замечание. Это, да, замечание, да. А посмотрите, тут почему написано водительское удостоверение, управлял транспортным средством. Может, тут тоже напишите замечание? Илья Игоревич, вы напишите, что здесь указано. Пожалуйста, указаны. Вы меня специально сбиваете? Нет, я не специально сбиваю. Можете тогда немножко, извините, я закончу, потом скажете. Да, конечно, по месту жительства. Так, место нарушения будем все-таки посмотреть, да? Екатерининская 44, 103 кабинет, 15.10.2015 года. Так, ходатайство. А я вам сейчас заявлю ходатайство, вы должны его немедленно рассмотреть. Нет, я его не имею права рассмотреть. А как? Я его приложу к материалу дела и будут рассматривать либо командир, либо в дальнейшем судья. Я, это не инспекторская обязанность, понимаете? Вы принимать и рассматривать ходатайство. Это судьи прерогатива, к сожалению. Мне просто такая подобная ситуация была, я это указывал, и потом все-таки мне перезванивали. Вы, пожалуйста, вот, укажите. Вы этот материал будете передавать вашему руководству? Конечно, да? Конечно. То есть они посмотрят, да, все это увидят? Да, да. Ну, так, и они смысл? Переправят уже. Они уже переправят? И нет, вот вы ходатайство, если... Я уже написал. Я говорю, так это без разницы, это, понимаете, это написано, что у вас там написано? Замечание. Понимаете? Да, ну, да. Ваш... А ходатайство пишется в письменном виде. Это вы мне замечание делаете, я так понял. Я... Инспектору делайте замечание, да, правильно? По составлению административного материала. То бишь, все равно рассматривать будет кто? Командир, правильно, мой непосредственный руководитель. И он будет рассматривать по месту нарушения. Прошу рассмотреть административный материал, протокол такой-то, по месту моего жительства. Так, сегодня у нас 04.10.15 года. Подпись, расшифровка. Пожалуйста, несите протокол. Ходатайство, да, на мое имя? Да. Немножко коряво написал, конечно, но как, учитывая ситуацию. Учитывая, что сказал, что ничего в протокол уже вносить не будет. Так. Здесь-то как бы. Будете подписи ставить? Давайте, да? Я не вижу так сбоку. Где здесь? Вот здесь вот. Что я написал по месту нарушения и принял от вас ходатайство. Нет, здесь подписываться не было. Не будет, да? Нет, потому что я... Подписать это, я с этим соглашусь, я с этим не согласен. С чем согласен? Но по месту... Вот вы ходатайство написали. Ну, я не буду писать. Можете двух понятых остановить. Хорошо, остановим. Так. Здесь вот подпись лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении. Подпись лица. Так. Копию получили, соответственно. Давайте копию получу. А? Копию давайте получу. Да, распишитесь, я вам дам. А я вам так не отдам копию. Смотрите, вы же не расписались. Копию протокола получил. Ну. Я ее не получил. Ну. Вы за нее не расписались еще. Копию протокола получил. Вы за нее не расписались. Дайте еще мне копию, вы я распишу. Вы за нее не расписались. Вы отказываетесь дать копию, что ли? Копию протокола. Вы за нее не расписались. Как я расписусь за то, что я не получил? А как я вам дам то, что вы не, за то, что вы не расписались? Вы мне даете, я распишусь. А? Вы мне дали, я расписался. Нет, вы расписались, я вам дал. Нет, тут же что? Никакой тут протокол... Подпись, нет, правильно? Смотрите, тут же написано... Соответственно, я откуда знаю, вы можете потом... Вы... Полицейский. Стартанете и уедете, тут написано, а не копию протокола получил. Но... А точнее получил, а не получу.
что? Это действие считает о том, что я должен получить и расписаться. Ваши действия должны вы расписаться и получить. Полицейский, дайте, пожалуйста, такой протокол, я распишусь. Я вам не дам, потому что вы не расписались за меня. Инспектор, составьте на меня административный материал. Я считаю, что ваши действия идиотские. Я вот, вот я то же самое вас считаю. И что теперь? Копию протокола. Заметьте, я свое мнение держу при себе. Инспектор, держите при себе, а я свое мнение открыто говорю. Да, ваши действия, я считаю, пожалуйста, идиотскими. Говорите. И что? Думаете, вы камеру тут включили? Административный материал на меня составьте. Да мне без разницы, что вы там говорите. Давайте ваши помолчите, действия, я не с вами сейчас общаюсь. Хорошо, да без разницы, хорошо, полицейский, у меня-то один вопрос. После моей подписи... Я сразу же вам... В протокол что-то будет носиться? А? В протокол что-то будет еще носиться? Он в прошлый раз говорил нет. Свое слово не держит. На меня материал составляйте. Я требую, чтобы пожалуйста, вы составили на меня материал. Материал-то будете составлять? А? Материал будете составлять? Я требую, чтобы вы составили материал. Загадочная красота пермской земли в сувенирах от компании «Иринит». Поделки из пермского камня, изделия в уникальном зверином стиле, корпоративные сувениры и подарки на любой случай.